Два человека, две жизни, одна любовь. В отделе ЗАГС Черкесска состоялась торжественная регистрация брака участника специальной военной операции и его избранницы. В чем секрет прочных отношений с военным, узнала Дарья Тендит. Кирилл Колесников еще в детстве решил, что будет защищать родину. Его прабабушка и прадедушка – участники Великой Отечественной войны. Он рассказал, что с раннего возраста ему прививали патриотизм. Он часто смотрел военные фильмы и решил поступить в военное учебное заведение. С мая 22 года и до получения ранения в феврале Кирилл находился в зоне проведения специальной военной операции. После выздоровления он вернется обратно. После ранения было принято решение, что как только будет возможность именно передвигаться именно с палочкой, не на костыле, будет сыграна свадьба. И родителям, и супруге было тяжело достаточно, но справились. Ну ничего, у меня работа такая. Я знал, на что я иду. История любви Кирилла и Софии началась 2 года назад. Пара мечтала о создании семьи. В мае 22 года Кирилла мобилизовали. За все это время они прошли через расстояние, долгие ожидания встречи, но все это время их сердца находились рядом. София поделилась, что самое сложное было находиться без связи с любимым человеком. Очень сложно это было пережить, особенно первые месяцы, когда... Просто нет ничего, ни весточки, ни слышу, ни вижу. Это что-то невероятное, просто выйти замуж за человека, которого любишь, у которого такие же чувства, вот нет. Да. Это счастье, любовь. Ну, во-первых, как бы спокойствие, понимание, что впереди семейная жизнь, стоит задумываться о детях, как бы будущее. Вопрос, как бы за что сражаться, за будущее, за семью, за дом, за родителей. В этот особенный день молодожены в окружении родных и близких решили узаконить свои отношения, и заветное «да» прозвучало. Готовы ли вы заботиться друг о друге? Прошу ответить жениха. Да. Прошу ответить невесту. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Молодожены услышали теплые слова с пожеланиями любви, счастья и благополучия. Трогательная церемония создания семьи прошла в скромном кругу родных и близких. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.